Сегодня у нас заключительная беседа по теме «Человек». На двух предыдущих лекциях, посвященных этой теме, мы рассматривали человека в основном с эзотерических позиций. То есть рассматривали эзотерического человека и, думаю, уяснили, что человек представляет собой симбиоз нескольких существ или тел, физического тела с его тупым и надоедливым пораженческим физическим умом, витального тела с его симпатиями, антипатиями, с его желаниями, ментального тела с его рассудочными штампами, логическими построениями, предпочтениями и нашу истинную сущность тоже затронули. То есть божественную сущность, наше психическое существо, наш ангел-хранитель, которым мы до тех пор, пока не родились в духе и не воссоединились с ним, мы не знакомы. То есть себя-то мы и не знаем. Себя истинного мы, увы, к сожалению, так за многие воплощения и не удосужились познать. И надеюсь, вот сейчас, в этой жизни, у вас, коль появились проблески в познании самого себя, можно, наверное, это и осуществить. Путь сознательной духовной эволюции позволяет это сделать. Мы говорили с вами также о законах эволюции, говорили о кармическом законе, о законе причинно-следственных связей, который носит строго обучающий характер. Это не есть просто воздаяние, как на Востоке понимают кармический закон, там око за око и зуб за зуб, а действительно педагогический закон, который всеми средствами, жесткими, очень жесткими, мягкими, в зависимости от нашего понимания его педагогики, подводят нас к правильной реализации своего истинного предназначения здесь, на Земле. Мы говорили также о законе свободы выбора. И до тех пор, пока мы с вами делаем выбор на уровне физического тела или на уровне ментального и витального существа, мы, естественно, будем совершать ошибки. И лишь открыв свою истинную сущность, открыв свое психическое существо, мы сможем в конечном счете делать абсолютно безошибочный выбор. Здесь, на Земле, будучи в этом теле, в этом материальном мире, делать выбор абсолютно безошибочный. В этом случае у нас проявляется тот вид психической деятельности, о котором мы сегодня с вами будем говорить в заключении, сверхсознательная психическая деятельность, которая свойственна именно нашей истинной сущности. Мы говорили с вами также о законе реинкарнации, или перерождения, или повторных рождений. Без этого закона эволюция теряет всякий смысл. Эволюция духовная или божественная эволюция не имеет смысла, если те самые накопления, которые в нашей истинной сущности откладываются по прошествии земной жизни, они как раз и есть вот тот суммарный эффект всех предыдущих воплощений, который позволяет нам подойти к моменту, когда степень зрелости нашей истинной сущности позволит нам с ней воссоединиться. Без закона повторных рождений или без закона реинкарнации эволюция духовная теряет всякий смысл. Все он просто быть не может. Мы говорили с вами, что при смерти физического тела происходит распад интегрального человеческого существа на его составляющие. Физическое тело умирает и быстро разлагается, память исчезает, та, которая хранится в структурах мозга. Витальное тело может какое-то время существовать после оставления физического тела, на тонком плане может существовать, но оно в конце концов распадается на отдельные витальные составляющие. Ну, хорошо развитое ментальное тело также может какое-то время сохранять целостность, но тоже отделенное от единого центра, от носителя, от физического тела, но существовать перестает. А вот наша истинная сущность, психическое существо, которое накапливает определенный эволюционный опыт, отправляется на соответствующий план сознания, ну, согласно удельному весу, что ли, духовных накоплений, и там немного отдыхает, и спустя некоторое время возвращается на Землю в новом физическом теле, чтобы продолжить кармическое обучение.
почему мы не помним свои предшествующие воплощения? Не помним, потому что не обрели в них, в этих воплощениях, свою истинную сущность с ее глубинной вибрационной памятью. Глубинная вибрационная память, которая не может исчезать. Наша память, память мозга исчезает, мы с вами говорили, со смертью тела. Да есть ли какой-то вообще смысл помнить наши прошлые промахи, ошибки и неблаговедные поступки? Потому что там их, наверное, было гораздо больше, может быть, чем вот сейчас мы их совершаем. Да? Мы более дикими были, более невоспитанными, более дремучими в эволюционном отношении. Поэтому если все это помнить, но я не знаю, тут в этой жизни бывает, вспомнишь что-то, да, стыдно становится. А если вот там череду вот этих поступков вспоминать, плохо, наверное, да? Так что все в порядке, что у нас нет этой памяти. В этой жизни-то действительно ты что-то уже вспоминаешь, но вспоминаешь, что это было, ну, не с тобой, а с кем-то другим. Потому что когда меняется сознание и со сменой сознания, вот человек с прошлым сознанием, вот ты вроде бы, но это уже не ты, не ты. Так вот сегодня мне хотелось бы эзотерическую картину строения человека перенести в научную плоскость. Научной плоскости, показать, что эзотерический человек – это человек, действительно существующий в нашем реальном мире, что это не придумки эзотериков, вот, а это есть нечто реальное, что мы собой в этом мире представляем. Я хочу показать это с точки зрения психологии, новой психологии, не той классической, которая сегодня, ну, на наш взгляд, находится в кризисном состоянии, а с точки зрения интегральной психофизиологии, которая включает в себя концепцию релятивистской психической деятельности, которую мы сегодня с вами разберем. Так вот, интегральная психофизиология, как инструмент адекватного отражения психической деятельности человека, была разработана в период 1993-1996 годов мной совместно с Александром Николаевичем Качалкиным, с моим сотрудником. Вот. На основании анализа большого фактического материала, касающегося поведения человека в экстремальных условиях, в экстремальных ситуациях, а точнее деятельности членов экипажа в аварийных ситуациях. Вот. Изучение деятельности пилотов проводилось на основании анализа данных расшифровки записей бортовых самописцев, так называемых черных ящиков, речевые бортовые самописцы, самописцы параметров полета, все это неким образом синхронизировалось во времени, по сути, давало нам возможность изучать в динамике, во времени поведение человека и видеть качество его деятельности с изменением вот его поведения, качество проявленной деятельности. Вот. Это вообще уникальная, так сказать, разработка, уникальный вариант исследования, поскольку ни один экспериментальный подход вот, к изучению подобного рода проблемы не может быть адекватным. Здесь реальные ситуации, не придуманные, не программированные, а именно, которые возникали в реальной жизни. Я думаю, что реальная жизнь и эксперимент поставленный, ну, в сильной степени должны разниться все-таки. Понимаете, наверное, да? Вот. Мы пробовали на тренажере подобные ситуации моделировать, но там степень, так сказать, адекватности деятельности сложившейся ситуации была не того качества, как это было в реальных условиях. Потому что все-таки человек, который выполняет какие-то задания экстремального толка на тренажере, он, ну, во всяком случае, не имеет телесного страха, не имеет телесных ощущений вот той реальной ситуации, которая возникает в полете. Потому что в полете зачастую, мы это наблюдали, помимо разного рода приборных, так сказать, ну, устрашающих показаний, еще есть положение тела физического в пространство. Кинестатический эффект, когда мы, ну, как говорят, попой чувствуем ситуацию, когда она проваливается, когда есть угловые ускорения, когда есть определенные запаздывания в деятельности. Это совершенно разные вещи. Современные тренажеры пытаются в какой-то степени это имитировать, но это все равно не то. Ты все-таки сидишь на земле. Вот. Поэтому вот эта крайняя степень экстримов, в которых находились люди, поведение которых мы исследовали, она действительно позволяет
ну, правильно и совершенно точно вот, отобразить те виды психической деятельности, которые мы в своей системе представили. Ну, по роду своей профессиональной деятельности я почти 40 лет, я 40 лет уж точно, я считаю, последнее время занимался и занимаюсь психофизиологическим анализом поведения летных экипажей. И вот тот материал, который в течение этих, так сказать, долгих лет работы, это более 250 расследовательных происшествий со всеми, так сказать, объективными данными, это тот материал, на основании которого мы и эту работу проводили. Вот. Этот материал проходил через мои руки, он уникален абсолютно. Еще раз подчеркиваю, его нельзя получить ни в одном эксперименте. Это реальные жизненные ситуации, в которых человек действует на грани риска, подвергаясь действительно смертельной опасности. Вот. И в процессе расследования авиационных происшествий в большинстве случаев поначалу нам не удавалось объяснить поведение пилотов с позиции классической психологии. Ну и плюс ко всему с позиции или с точки зрения здравого смысла. Все мы знаем здравый смысл, что такое, да? И когда наблюдают люди за поведением пилота в экстремальной ситуации на основании объективных данных, говорят, что с точки зрения здравого смысла, ну как же он мог это сделать? Ну, это же очевидно, что этого делать было нельзя, но тем не менее он это делает. Вот. Так, например, мы очень часто наблюдали, как один и тот же человек, управляющий воздушным судном, ведет себя так, как будто два или три совершенно разных человека. Потом мы поняли, что это эзотерический человек, один, другой, третий. Вот, мгновенно сменяет друг друга, действует каждый по своим внутренним законам. То есть вроде бы сидит за штурвалом и управляет воздушным судном один человек, а его, так сказать, поведение, его управляющее действие сильно разнится. Причем и по качеству действий, по временным разного рода параметрам. То есть получается так, что смена происходит как бы одного человека другим, а потом еще третий туда вмешивается. Вот странности были. И еще в ряде случаев было совершенно очевидно, что развивающаяся ситуация буквально засасывает человека, последовательно засасывает человека в какую-то фатальную воронку. Фатальную воронку, из которой невозможно выбраться. Каждый шаг пилота, каждое его действие усугубляет и без того сложное положение. Именно усугубляет вот эта фатальная воронка, она все более и более втягивает в себя экипаж. Вот. Именно в экстремальных условиях способны проявиться и заостриться те самые функциональные психологические элементы деятельности, которые в обычной жизни или в специально поставленном эксперименте наблюдать невозможно или крайне трудно. В жизни мы тоже делаем массу глупостей, у нас тоже есть фатальные воронки, но они не так видны нам. Потом, задним числом, мы можем как-то не спеша разобраться и понимаем, что мы вели себя так, что сами буквально каждым своим поступком, шагом или словом усугубляли ситуацию. Вот. А здесь это, в этом эксперименте, который ставит жизнь, это настолько очевидно, это быстро во времени, то есть это становится понятным и объясняет наш с вами поведение в обыденной жизни. Понятно? В классической психологии поведение человека определяется в основном мотивами. Для нас же было очевидно, что должна быть какая-то иная физическая или психологическая компонента, которая определяет поведение человека. Мотив убиться, такого мотива, наверное, у человека нет, да? Мотив, так сказать, усугубить ситуацию, ну, каким-то, так сказать, конкретным действием, которое вроде бы поначалу кажется, ну, не опасным, тоже, наверное, здесь объяснение подходит. Здесь должно быть нечто, что определяет закономерность поведения человека, закономерность последовательности его действий, которые приводят к печальному исходу. Закономерность. Если нет закономерности, а есть, так сказать, предположение, мотив был повернуть вправо, ему надо было повернуть влево, мотив был там создать крен 15 градусов, он создал больше. Это все опять-таки, ну, дробление на частности
некого цельного процесса, который подчиняется совершенно иным правилам и законам. Вот. А психологи пытаются все это дробить и потом все это объяснять совершенно невразумительно. Вот. Я с этим много сталкивался поначалу. Вот. Так вот, этой компонентой, которая, ну, определяет, что ли, вот это поведение, конкретный тип поведения человека, оказалось время. А точнее, соотношение между реальным временем и психологическим временем, то есть временем, в котором функционирует сознание человека. Реальное время, ну, в нашем случае это было время, в котором летит самолет, летит воздушное судно, летит в пространстве, реальные часы. А вот как действует человек в реальном времени, а он действует, как бы должен действовать в реальном времени, но окажется, он действует в психологическом, в своем времени, которое способно ускоряться относительно реального времени, замедляться, чуть-чуть от него отставать или вообще выпадать из него. Вот так наши исследования показали, что это вот именно так и получается. То есть психологическое время – это время, в котором функционируют наши эгоистические структуры. Есть у нас эго, есть эгоистическая структура, есть у нас эгоистический физический человек, витальный, ментальный. Так вот, режимы функционирования психики каждого из этих наших особых тел, они, в общем-то, разнятся по времени. В разном психологическом времени находится человек, пребывая в одном из этих тел эзотерических. Ну, отождествляясь, что ли, с ними. Вот. Ну, немножко забегая вперед, скажем, что функционируя в реальном времени, ну, в том времени, ну, которое есть, наверное, вертикальное время, то самое время, о котором мы говорим, в котором нет прошлого и нет будущего, есть только настоящее, да. Так вот, функционируя в реальном времени, мы пребываем в вечности, мы пребываем в божественном, то есть мы настроены на божественную волну, а любое выпадение из реального времени, ну, чревато разного рода неприятностями. Ну, мы с вами практически никогда в своей жизни вот, не функционировали в реальном времени, да, на божественную волну мы не настраивались, редко это бывало, может быть, в детстве когда-то, да, вот, а потому мы всегда функционируем во времени, которое сильно отличается от реальности, в отрыве от Господа, в отрыве от божественного, ну и, соответственно, вся наша жизнь – это череда нелепостей, ошибок, неприятностей, возмущений, да, и попыток как-то все это исправить, так или не так, ну вот. Видишь, с точки зрения временных характеристик мы с вами тоже находим ответ, почему у нас все не так. Вот. Таким образом, глубинный психический процесс переработки человеческим сознанием воспринимаемой информации может быть либо синхронизирован во времени с реальной внешней ситуацией, либо сознание наблюдателя функционирует в десинхронизированных режимах времени, отставая во времени от реальности или ее опережая. Других вариантов нет. Либо мы в реальности, либо отстаем, либо опережаем. Вот. И в связи с этим можно выделить, или мы выделяем, да, в нашей классификации режимов или видов психической деятельности, выделяем 5 режимов функционирования человеческой психики, каждый из которых имеет свои, только ему присущие характеристики. Ну, вот эти режимы. Интуитивная подсознательная психическая деятельность. Интуитивная подсознательная психическая деятельность, когда задействовано и функционирует только наше физическое тело, наше физическое эго. Это интуитивная подсознательная психическая деятельность. Эмоциональная психическая деятельность, когда задействовано наше витальное тело, оно функционирует в эмоциональном режиме. Рассудочная психическая деятельность, когда задействовано наше ментальное тело, с его рассуждениями, логикой и прочее. Импульсивная психическая деятельность, когда задействована только отдельная группа клеток тела, которые реагируют на запредельные раздражители. Знаете, импульсно вы что-то делаете, да? Палец отдергиваете от чего-то горячего. Вот. Еще кое-какие есть вещи, вы даже не понимая, почему так действовать, не успевая осознать, ну, отпрыгиваете там откуда-то, от чего-то.
Вот это и есть импульсная психическая деятельность, когда отдельная группа клеток реагирует на привычные, вернее, на опасные раздражители, которые глубоко в подсознании нашего физического тела записаны. И плюс пятый вид психической деятельности – это интуитивная сверхсознательная психическая деятельность, когда задействована наша истинная сущность, наше психическое существо. Это достаточно просто. То есть элементарно просто. Эти виды деятельности как раз соответствуют трем эзотерическим нашим телам, четвертой нашей истинной сущности и импульсивная деятельность, связанная с реакцией групп клеток на чрезмерные раздражители опасности, которые угрожают нашей жизни. Ну, как видим, есть в этой классификации два вида интуитивной деятельности. Подсознательная психическая деятельность, интуитивная и сверхсознательная. Так вот, в качестве короткого предварительного комментария скажу, что интуитивная и подсознательная психическая деятельность, то есть деятельность чисто телесная, практически животная, биороботическая, она обусловлена подсознательной интуицией. Я бы назвал это интуицией снизу. Знаете, есть интуиция снизу. Женщина обладает очень хорошей интуицией снизу. Вот у них это есть. Поскольку они продолжательницы рода, все опасности, связанные с чадородием и их сохранением и соблюдением, выработали у них эту систему очень хорошо, интуитивную, подсознательную. Мужчина, она слабее. Вот. Это интуиция снизу. И проявляется она в знакомых ситуациях, в виде наработанных стереотипов поведения, восприятия и действия. То есть в незнакомых ситуациях интуиция снизу не работает. Если ситуация незнакомая, если ситуация не отложилась где-то в подсознании, в эволюционном, в процессе эволюционной нашей, в процессе эволюции, да, животной, и в процессе наработок в течение жизни каких-то определенных сигналов опасности, если этого нет в памяти подсознания, то эта интуиция не работает. Понятно, наверное. Неоткуда ей взять ответ на то, с чем она сталкивается. А интуитивная сверхсознательная психическая деятельность – эта деятельность ничем не обусловлена. Она регулируется интуицией свыше, регулируется божественной волей и проявляется через наше психическое существо, через нашу истинную сущность. А тело – просто инструмент реализации высшей воли, божественной воли. То есть для сверхсознательной интуиции никаких преград, пределов, возможностей не существует. Понятно? Вот. Это абсолютно безошибочная деятельность. В любой самой невероятной ситуации она, эта интуиция свыше действует правильно. Реализуется именно то оптимальное, что и должно реализоваться в сложившейся факторной ситуации. Вот такие резервы таятся в глубине нашей психики. В глубине психики каждого человека таятся такие резервы. Ну а теперь подробно разберем упомянутые виды психической деятельности с представлением объективного материала, который иллюстрирует характерные особенности каждого вида. Наиболее распространенный вид психической деятельности, обеспечивающий повседневное поведение человека в нормальных условиях, это интуитивная, подсознательная психическая деятельность. То, что мы с вами функционируем преимущественно как некие биологические роботы, мы уже об этом говорили, думаю, нет надобности это еще раз доказывать. Стоит немного понаблюдать за собой, как тотчас обнаруживается, что мы живем совершенно не задумываясь. Живем согласно наработанным привычкам, стереотипам поведения, двигательные стереотипы, речевые, мыслительные стереотипы восприятия и действия, штампованные отклики на все и вся, что нам в этой жизни встречалось, с чем мы сталкивались. Есть у нас такое или нет? Мы этого не замечаем, понятно, но если мы стали на путь сознательной духовной эволюции, начинаем наблюдать за собой, то увидим, что вся наша жизнь практически, в общем-то, есть череда последовательной реализации этих стереотипов, которые заложены в нашей памяти.
Хорошо это или плохо? Ну, с точки зрения психологической и физической безопасности в знакомых ситуациях, это, наверное, хорошо. Наверное, хорошо. Ну, так пилот, например, согласно наработанным стереотипам, практически бездумно, механически управляет воздушным судном. Если бы он постоянно задумался над тем, что ему делать в следующий момент, то он бы так и не долетел до места назначения. Вот иногда задают глупый вопрос. Глупый, вы сейчас поймете почему. Но неужели пилот не думает, что у него за спиной там 100 с лишним пассажиров? Если бы он думал постоянно, что у него за спиной 100 с лишним пассажиров, он бы не взлетел. Понятно? Вот. Но это обыватели, это журналисты обычно вот такие глупости любят выбрасывать. Вот. Так что, садясь в самолет, пилот реализует те стереотипы восприятия и действия, которые он наработал в процессе обучения, в процессе тренажа, в процессе расширения возможностей летной деятельности. Понятно, наверное, что расширяется вот этот, этот набор стереотипов в летной деятельности. Вот вам идеальный биологический робот. Пилот – идеальный биологический робот. Мы в этом убеждаемся. Наверное, жены мужей и пилотов тоже убеждаются. Тут сидят некоторые жены. Ну, вот я смотрю, улыбаются. Вот. Он и в жизни такой. У него все вот так вот. Вот. Ну, это хорошо. Вот. Пилот практически никогда не оценивает умом, вот, чтобы оценить и прикинуть показания приборов в конкретных цифровых выражениях. Он только смотрит на приборы, но если стрелочные указатели, он уже по положению стрелки видит, не уходят ли они в устоявшиеся границы. Сейчас несколько усложнилось, сейчас вот эти цифровые всякие вещи, когда цифры приводятся, цифры надо переводить в нечто понятное. Это не совсем хорошо, но сегодня никуда не деться, компьютеризация, так же, как часы, я не понимаю, когда я нажимаю время, там у меня 17:04, а мне надо видеть это на цифровом циферблате. Тогда я понимаю, где я и что я. Так я никак не пойму, убейте. И никогда не пойму, тупой. Понятно? И вот перевод на стеклянную кабину, сейчас кабина стеклянная, там как компьютерная, это самое, экран, и вот там много всяких вещей, там он что-то переставлять, но хорошо, когда есть все-таки некие движущиеся позиции, которые дают возможность пилоту все-таки видеть, все ли у него в порядке, без каких-то там цифровых анализов. Нет? Это всегда хорошо. Подобная механистичность поведения, как результат функционирования психики человека в интуитивном подсознательном режиме, составляет основу любой профессиональной деятельности, вот, не связанной с постоянным включением аналитического мышления. Любая деятельность профессиональная, постоянная, где не нужен анализ, а вот нужно просто управление чем-то, каким-то процессом, она включает именно этот компонент. То же касается и поведения, повседневного поведения человека. Мы с вами живем и действуем по раз и навсегда наработанным шаблоном, по привычке. И это уже плохо. И это уже плохо. Если внезапно возникает что-то непредвиденное, и нет времени для быстрого принятия решения, то может быть беда, могут быть неприятности или серьезные ошибки. Так вот теперь главное – то, что касается, так сказать, наших с вами вопросов эволюции, духовной эволюции человека. Для эволюции люди-роботы абсолютно неинтересны. Абсолютно неинтересны, так же, как в свое время стали неинтересны животные с их инстинктивным поведением. Неинтересны, все. Так вот, люди, которые живут по привычке и реализуют постоянно стереотипы, поведение, стереотипы восприятия, поведение, это люди, которые для эволюции, ну, ничто. То есть они не могут эволюционировать до тех пор, пока эти привычки, шаблоны не будут разбиты. Понятно или нет? Можно работать стереотип религиозного поведения, праведного поведения, такой шаблон, да, и думать, что ты идешь к Богу, однако это совсем не так. Никуда ты не идешь. Вот.
все застывшее в развитии должно либо исчезнуть, либо законсервироваться, либо трансформироваться. Понятно? То, что застыло в развитии, должно либо исчезнуть, либо законсервироваться, либо трансформироваться. Мы с вами все-таки пытаемся к этой трансформации подойти. Мы с вами ведем речь об эволюции, следовательно, чтобы иметь возможность развиваться, необходимо открыться или открываться постоянно трансформирующей силе, нисходящей эволюционной энергии, которая разрушает все старые стереотипы поведения и может помочь проявиться новому виду психической деятельности, интуитивной, сверхсознательной, о которой мы поговорим попозже. То есть стереотипы должны быть разрушены. Через посредство практики бдительности мы с вами можем в реальном времени, находясь, дать возможность нисходящей эволюционной энергии или божественной силы эти стереотипы действительно разрушить. Не мы, мы их не разрушим. Эта сила их разрушает. И только тогда мы с вами можем эволюционировать. То, казалось бы, хорошее, что заложено в режиме интуитивной подсознательной психической деятельности, а именно безошибочное функционирование психики в известных ситуациях, с селективистской точки зрения вовсе не хорошо. Сейчас попробуем в этом разобраться. Так вот, для того, чтобы должным образом отреагировать на изменения в текущей факторной ситуации, ну, какая-то факторная ситуация всегда у нас есть, да? Мы живем всегда в каких-то ситуациях. Так вот, для того, чтобы должным образом отреагировать на изменения текущей факторной ситуации, которые мы регистрируем с помощью наших органов чувств, зрение, слух, обоняние, осязание, статокинетика, мы ощущаем какие-то изменения, да? И вот для того, чтобы должным образом на них отреагировать, требуется время. Некоторое время, да? Органы чувств воспринимают информацию извне. Эта информация в клетках мозга обрабатывается. Быстро достаточно, но нужно время, чтобы она там обработалась. Сравнивается с уже известной, которая где-то заложена в памяти, да? Вот. А затем принимается то или иное решение, которое передается для реализации, например, двигательным органам. И на все эти операции требуется время. То есть центральную нервную систему, то, что туда входит, обрабатывается, ищет аналог, потом аналог найден, и требуется ответ. Время требуется. Быстрое, может 0,5 секунды, может 1,5 секунды, может 2 секунды, но все равно время. То есть отставание от реальности в любом случае. Понятно, да? Очень тонкость такая существенная. Пока это происходит, пока происходят эти процессы, сама ситуация уже изменилась. Она убежала вперед. На какое-то время она уже убежала вперед, а ты как бы вслед этой ситуации реагируешь. Вслед. Понятно? Все, что нами делается, делается уже вслед постоянно ускользающей реальности. Таким образом, если наше активное сознание функционирует в режиме интуитивной подсознательной психической деятельности, то мы всегда имеем временной зазор между реальностью и нашим ее восприятием. То есть наше активное сознание всегда выпадает из реального времени, то есть всегда выпадает из контакта с божественным, пока мы живем как биологические роботы. Понятно? То есть мы с Богом, так называемым, не связаны никак. Мы можем молиться, мы можем поститься, мы можем взывать к Нему, но находясь в режиме интуитивной подсознательной физической деятельности, Он нас не слышит, как бы мы громко ни кричали, обращаясь к Нему. То есть очень простая вещь. Физика сознания, физика времени, как вот где надо совместить как-то эти параметры. Вот мы с вами, работая на пути сознательной эволюции, этим пытаемся заниматься, то есть вернуться в реальное время. Наши исследования показали, что временной зазор, который постоянно отделяет нас от реальности, всегда существует и варьирует в пределах
полсекунды или полторы секунды, от полсекунды до полутора секунд. Всегда мы с опозданием реагируем вот на любые изменения ситуации. Время вроде бы небольшое, но какая разница, большое или небольшое? Это выпадение из реальности. Понимаете или нет? Небольшое. Ну, все равно вы не там, где должны быть. Ясно? Значит, наше активное сознание никогда не функционирует в реальном времени. Увы, это так. Не функционирует в режиме «здесь, сейчас». Идем дальше. Значит, наше сознание никогда напрямую не контактирует с реальностью, с божественной реальностью или с Господом Богом, ибо реальность, все, что нас окружает, все, что существует, это есть вот единый Господь, который вбирает в себя все. Так вот, когда вы меня слушаете всем своим существом, вот сейчас здесь, не полемизируя со мной в уме, когда ваш ум абсолютно спокоен, вы имеете удивительную возможность пребывать в реальности, пребывать в контакте с божественной силой, если вы меня слушаете без внутренней полемики. Понятно или нет? Вот наши беседы-то, они, в общем-то, медитативные. Я вам говорю, может быть, известные вещи, но не в этом смысл. Важно, как вы меня слушаете. Важно вернуться в реальность, важно настроиться на божественную волну, важно почувствовать вкус этой реальности. Она вкусная, в общем-то. Проблем-то нет, когда вы меня слушаете. И вообще, когда он молчит, проблем нет. Где они возникают и как они возникают, мы уже с вами разбирались, в поле чего, так сказать, возникают эти проблемы. А если вы будете слушать меня, примешивая свои эмоции или рассуждая в уме об услышанном, вы выпадаете из реальности, вы перестаете меня слушать, сразу перестаете меня слушать, вот, и правильно воспринимать то, что я хочу до вас донести. Поэтому я не устаю повторять, что слушание, чтение, если вы книгу читаете, должно быть в медитативном, в режиме здесь, сейчас, без включения ума и эмоций. И тогда будет толк, тогда вы будете настраиваться на божественную волну. Тогда действительно у вас будет происходить вот та самая работа трансформирующая, которая позволит разрушить стереотипии поведения. Итак, мы с вами уяснили, что человек, который действует как биологический робот, всегда будет отставать от реальной ситуации. То есть выпадать всегда будет из реального времени. Пусть даже совсем немного, но выпадать. Но это не важно, намного или немного, в любом случае это выпадение из реальности. Ты либо вне, ты либо в реальности, либо вне ее. Ты либо в божественной реальности, либо вне. Частично пребывать в реальности, в божественной, нельзя. Или да, или нет. Вот при управлении воздушным судном, ну, самолетом в частности, пилот использует различные органы управления. Баранка штурвала, колонка штурвала, педали и прочее. К чему я это все говорю? Работа пилота органами управления, параметра полета самолета и переговоры экипажа фиксируется на самописцах, в черных ящиках. И практика показывает, что эту информацию можно успешно использовать для диагностики вида психической деятельности, в котором функционирует пилот в тот или иной отрезок времени. То есть мы можем эти управляющие действия, параметры полета самолета и переговоры экипажа использовать для диагностики вида психической деятельности, в котором пилот пребывает в те или иные отрезки времени, управляя воздушным судном. Наше внутреннее состояние, мы и о нас говорим, да, наше внутреннее состояние находит отражение в проявленной деятельности. Что у нас можно назвать проявленной деятельностью? Ну, это двигательное действие, проявленная деятельность, да, это речь наша, проявленная деятельность. Это, ну, мысли, которые каким-то образом выдают какую-то информацию, может быть, мы ее не озвучиваем, но они проявляются у нас в уме. То есть мысли – это тоже проявленная деятельность, да? Вот, вот эти три вида проявленной деятельности, они, ну, дают нам возможность, наблюдая за ними, наблюдая, каковы их свойства и качества, дают нам возможность как раз и определить тот вид психической деятельности, в котором пребывает тот или иной человек или вот пилот
поведение которого мы анализируем при расследовании авиационных происшествий. И проведенные нами научные исследования показали, что если мы наблюдаем хаос в двигательных действиях, двигательные действия хаотичны, да? Если мы наблюдаем хаос в двигательных действиях, то речи, мышление и эмоции также хаотичны. Не могут быть правильные упорядоченные действия двигательные и хаотичная речь и эмоции. Такого не бывает. Потому что тот режим психической деятельности, в котором находится человек, он все, если хаос, он хаос везде. Понятно? Это проверено, мы имели сотни наблюдений. Поэтому если вы пытаетесь там сдерживать эмоции, а внутри у вас все как-то не так, то что вы выдаете наружу, все тоже не так. Хотя могут показать, что вы достойно внутренне себя держите. У вас все идет в разнос. Так не бывает. Понятно? Поняли или нет? Очень простая вещь. Не бывает, вот одно так, вот одно хорошо, а другое плохо. Вот говорите вы хорошо, а руками там, в лицо кого-то бьете, это плохо. Нет, вы говорите тогда плохо, да, и мысли у вас плохие. Ну, драться, коль начали. Понятно? Вот такой детский пример. А то дерусь хорошо, я спокоен и могу тебя убить. Как можно спокойно убить? Говорят, что вот эти все единоборства, они агрессию не вызывают. Уж простите, я никогда не поверю. Ну, никогда не поверю. Это надо вообще быть в нирване где-то и быть просто роботом, который, механически, супер совершенный робот, механически что-то делает. Ну, правильно я говорю, Василий? Или ты другого мнения? Ну, встречалась. Доводилось встречаться с людьми, которые... Я знаю. Вот, спокойно могут тебя и убить. Да. Это замечательно. То есть для этого надо воспитывать таких людей, да, суметь их воспитать. А потом, если они на свободу убегут, ну, когда кончилось так время, ну, бывает, да, вот там уже опасно, да. Вот. Поэтому это воспитание, это наработка стереотипов. Вот. Мы-то говорим о разрушении стереотипов, а там можно наработать стереотип. Да. Ну ладно, не об этом сейчас. Мы же с вами не готовимся к камикадзе. Вот. Так вот, если меняется что-то одно, например, меняется двигательное действие, резко меняется, да, то меняется все остальное. И таким образом, по качеству двигательных действий, например, мы можем судить о всех остальных аспектах проявленной деятельности человека, о его интегральном психоэмоциональном состоянии. Вот если один какой-то параметр у нас есть, то все остальное тоже будет ему соответствовать. Вот. Так вот, перемещение баранки штурвала, вот есть такая штучка, да, отражает двигательные действия пилота. С помощью баранки штурвала перемещаются так называемые элероны, то есть органы управления, которые заведуют боковым движением самолета. Вот, и удерживает его от запредельного кренения. Так вот, баранка штурвала, как руль автомобиля, находится в руках пилота в постоянном движении, если он на ручном управлении управляет самолетом, если нет автомата. Вот, он управляет, и вот это движение, оно постоянно какое-то есть. Так же, как руль автомобиля, но с автомобилем там немножко по-другому, с самолетом есть кое-какие особенности. Вот. Так что она, эта колонка штурвала, в постоянном движении находясь, позволяет нам по характеру, амплитудам и временным интервалам перемещения ее с помощью специальных разработанных числовых критериев анализировать в динамике состояние пилота, ну, в течение полета, если в ручном управлении режим. Анализ показал, что каждому виду психической деятельности соответствует определенная картина изменений. Так вот, мы строили так называемые годографы управляющих действий элеронами, которые отражают характер изменения психоэмоционального состояния пилота в зависимости от режима функционирования его психики. Вот эти картиночки, я сейчас вам их продемонстрирую, все они разные, но они отражают изменение состояния одного и того же человека, пилота, в ходе возникновения и развития аварийной ситуации, которая закончилась катастрофой. Все эти картинки – это один человек, управляющий самолетом. Картинки
картинки вроде бы знакомые, в книжках есть, но вы на них внимания мало обращаете, да? Поэтому я бы хотел кое-что рассказать еще. Так вот, когда пилот функционирует как биологический робот в режиме интуитивной подсознательной психической деятельности, управляющие действия баранкой штурвала, специальным образом обработанные, представлены в виде годографа. Вот этот первый рисуночек, вот слева вверху. Вот такая картиночка. Это некая норма для пилота, которая осуществляет комфортное, безопасное пилотирование самолета в знакомых, неосложненных условиях. Нормально. Все в порядке, все нормально. Напомню, что в этом режиме деятельности пилот отстает от реального времени на полсекунды или на полторы секунды, вот в этом диапазоне. Вот это нормальное пилотирование самолета. Вот. Одна из эффективных, я сейчас сделаю небольшое отступление, одна из эффективных форм медитации с целью установления контакта с нисходящей эволюционной энергией – это пребывание сознания, вашего сознания в реальном времени здесь и сейчас. А это означает, не имеет отношения это сейчас к лётному труду, не механическое выполнение любой работы, то, что вы дома делаете, какие-то там, так сказать, дела ваши, а пребывание активным сознанием в самом процессе выполнения работ. Тогда вы не отстаете от реального времени. Вы находитесь в самом процессе выполнения работы. Вот. Так что учитесь находиться в реальном времени, учитесь находиться в процессе того, что вы делаете. Не делайте это механически, не делайте это по привычке. С самого раннего утра, с момента подъема после сна, все ваши, так сказать, телодвижения должны быть вами осознанные, видимые. Ясно? Видимые, а не совершаться механически. Это небольшое вот отступление. Так вот, процесс подсознательной интуитивной психической деятельности инициируется волей физического тела, волей физического ума, который заложен в память структур мозга. Так вот, эта самая деятельность интуитивная, подсознательная, является основой нашего рутинного повседневного поведения. Хорошо отработанные изо дня в день, из года в год, бессознательно повторяющиеся двигательные, речевые, мыслительные стереотипы и определяют наше поведение и нашу профессиональную деятельность, если она не творческая, такая рутинная. Так вот, роль биологических роботов вполне устраивает большую часть человечества, вполне устраивает, и думающие животные считают, что они уже люди, хотя на самом деле еще до того, чтобы стать на самом деле человеком разумным, еще надо поработать. Так вот, осознать механистичность своего поведения – это огромное достижение. Если вы поймете, что вы ведете себя чисто механически, то это прорыв, огромный прорыв в вашей работе. Это возможно лишь при условии следования по пути сознательной эволюции. В других вариантах вы это не осознаете. Но вернемся к тому самому пилоту, который пока пилотирует самолет в привычном оптимальном режиме. Полет проходит нормально. Ситуация до мелочей хорошо знакома, все в работе отлажено, и вдруг случается нечто непредвиденное, незнакомое и неожиданное. Что же при этом происходит? Вот попробуем разобраться, что при этом происходит. Биологический робот воспринял информацию. Эта информация сравнивается с информацией, заложенной в памяти. Но ответа на то, что же произошло, какова причина происшествия и что надо делать, в этот момент в памяти не оказывается. Нету. Произошло нечто, что не укладывается в рамки стереотипной деятельности. Что происходит? В результате сразу же нарушается синхронность. Если раньше действия пилота отставали от реальной ситуации не более чем на полторы секунды, то теперь этот промежуток времени значительно увеличивается, удлиняется. То есть стереотипия разрушается, стереотипная деятельность нарушается, теперь каждое действие требует обдумывания, на которое, естественно, затрачивается время. Человек задумался, включается мыслительный процесс, который требует определенного времени, и вместо физического человека к работе приступает ментальный человек. То есть ментальный человек занимает кресло пилота.
Происходит это практически мгновенно, как будто один человек мгновенно сменил другого. Течение психологического времени замедляется, и активное сознание начинает закономерно отставать от реальности, от реального течения времени, в котором движется воздушное судно. Возникает так называемый десинхронос, а это чревато ошибками и непредсказуемыми последствиями. То есть происходит переход к рассудочному режиму функционирования психики. Мало того, что пилот отстает от реальности, процесс ее восприятия принимает частичный или фрагментарный характер, наступает фрагментация образа восприятия. Вместо целостного восприятия ситуации, как это было, ну, при оптимальном функционировании, этот образ реальности распадается на отдельные фрагменты. И этот кусочек, другой, третий, нет целостности. И оценка каждого фрагмента требует времени. А их бывает там несколько параметров, за которыми надо обязательно следить, особенно на критических этапах полета. Понятно? Нет целостности. То есть идет фрагментация. Ум же не может сразу все охватить, да? Ум у нас только фрагментами что-то анализирует и принимает решение. То есть нормально распался этот единый образ. Вот. В силу своей ограниченности мысли может охватить целое, а текущий момент времени способна отразить только, один аспект реальности и оценить что-то одно. Так пилот, например, оценивая скорость самолета и направление его движения, может из виду упустить высоту полета или вертикальную скорость снижения. Смотрит за одним, делает как надо, а потом это бросил, другое смотрит, а этот поплыл параметр. То есть проблема возникает сразу. Если есть запас высоты, там не страшно. Но если это на ответственных этапах полета, на этапе взлета, как вот было в Сочи, например, или на этапе посадки, или заходной посадки, то там время самолета летит. Он не машина, его припарковать нельзя, чтобы разобраться. Он в полете. Вот, он движется. Вот. И пока пилот занят рассуждениями, самолет летит, и на исправление траектории его движения требуется все больше и больше времени. Реальная ситуация выходит из-под контроля и убегает от пилота все дальше и дальше. Самолет летит дальше, 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 а он вслед фактически анализирует то, что было когда-то, а теперь уже не актуально. Понятно или нет? Если в условиях дефицита времени и запаса высоты не вернуться в оптимальный режим работы, то быть беде непременно. Закономерное запаздывание в действиях пилота даже на 2-3 секунды способна привести к непоправимым последствиям. Нам известны ситуации, в которых в течение 2-3 секунд решалась судьба сотни людей. 2-3 секунды, ошибка, и все, и уже последствия необратимы. Исправить это было уже невозможно. Вот. Разве можно при этом обвинять пилота во всех смертных грехах? Сказать, что он допустил вот то, что привело к массовой гибели людей. Ведь функционирует другая ипостась человека, его ментальное тело, которое функционирует по своим законам, через которые перепрыгнуть нельзя, не ограничивает возможности деятельности человека, и временные, и аналитические. Я называл это, не этот случай, несколько позже мы посмотрим, да, я называл это отказом человека. Никто мне не верил. Что такое отказ человека? Он же делает что-то, значит, он не отказал, но это отказ человека, есть отказ техники. Двигатель может работать, но может работать с перебоями. Понятно? Это отказ человека, то есть начинается отказ человека. И судить его, и обвинять, и говорить, вот, что он такой-сякой. Тут, наверное, если судить и обвинять, то надо тех, кто допустил его к полетам, кто отобрал его к полетам, кто его тренировал. Понятно? Если уж говорить, вот, что он вот в этой ситуации не был научен, обучен, или невозможно вообще в подобной ситуации, кроме как то есть пилоту от Бога, справиться с ней. Понимаете?
В таких случаях нельзя говорить, что преступные или неумелые действия пилота явились причиной аварии или катастрофы. Он действует в силу природных законов, не осознавая своих ошибок и не имея возможности критически оценить свои действия. Нет у него такой возможности. Вот посмотрите на годограф, который представлен вот на втором рисунке. Вот слева второй. Видите, такая некая концентрация. Разница есть большая, да, между первым и вторым. Вялые действия по амплитуде и по скорости вялые. Очень вялые, потому что рассудок, ум рассуждает, руки тоже медленно, да, эмоции тоже в некотором роде застыли, потому что если дать волю эмоциям, но это происходит, так сказать, не по его велению, то и рассуждать будет сложно, наверное. Некое спокойствие, но спокойствие как затишье перед бурей. Понятно? Вот. Движение баранки штурвала вялые, небольшие по амплитуде и по ускорению. Именно такая картина характерна для функционирования психики пилота в режиме рассудочной деятельности, когда функционирует ментальный человек, когда функционирует ментальное тело и проявляется ментальная воля. Следует сказать, что при абстрактном отвлеченном мышлении с активным включением речи мыслительных процессов также функционирует ментальное тело человека, и он пребывает в режиме рассудочной деятельности. Это когда мы с вами начинаем о чем-то там вот, мечтать. Таким образом, рассудочная деятельность или рассудочная психическая деятельность характеризуется активным включением процесс восприятия и переработки информации, механизма памяти по причине недостатка в текущий момент времени информации, которая наработала в результате предшествующего опыта. Надо попытаться что-то проанализировать и на основании каких-то дополнительных сведений оценить ситуацию. При этом образ восприятия реальной ситуации отстает от самой ситуации, ну, минимум на 2 секунды, минимум, а там могут быть и десятки секунд дальше. Вот. Проявленная деятельность при этом, двигательные действия речи и мышления реализуются с естественным отставанием относительно реального течения времени, также на это время. И функционируя в режиме рассудочной психической деятельности, человек вследствие фрагментации и деформации образа восприятия не способен равнозначно, еще раз подчеркивать, воспринимать все детали образа восприятия, а тому обращает внимание лишь на приоритетные, по его мнению, фрагменты образа. Вот он за скоростью следит, упускает вертикальную скорость снижения, либо следит за вертикальной скоростью снижения, упускает другие параметры. То есть он выбирает некий приоритет, ну, 2-3 параметра, ну, 2 в основном, а 3-4, там еще пару параметров не менее важных, он их упускает, они вне поля его внимания, они вне контроля. Естественно, потому что он не может по-другому. Он заложник вида психической деятельности, заложник ситуации. То есть вот мы такие с вами. Это не механический, биологический робот, который должен выполнять все, как прописано в руководстве полетной эксплуатации в самых разных, так сказать, экстремальных ситуациях. Это так конструкторы, инженеры считают, они же механические люди, что человек просто обязан все это делать так, как они написали. И в течение того времени, которое им написано. Я зачастую сталкивался с тем, что в руководстве полетной эксплуатации написано, что в течение полутора секунд пилот должен справиться с этой ситуацией, там будет все в порядке. То есть его надо учить, чтобы он на тренажере справлялся в течение полутора секунд. Как ты его научишь на тренажере? Глупость полная. Любой человек, в том числе и летчик, так сказать, который имеет большой летный опыт, я это делал элементарно с большими руководителями, летающими руководителями. Вот, я их сажал на тренажер, вводил, так сказать, аварийные ситуации, подобные той, которую мы расследовали. Они до этого считали, что они все могут, и падали. Вот, и выходили оттуда с понурой головой. На тренажере падали. Знали, что будет, готовились к этому, а все равно не справлялись. А в бумаге написано, что обязан справляться, то есть любой. Вот так вот. Мне приходилось с этим очень много, так сказать, спорить, бороться. Вот, ну, все же люди думают, что они, все понимают, что такое человек, исходя из собственного опыта. Вот. Поэтому беда, человек не знает никто по-настоящему, что собой представляет человек.
с точки зрения психофизиологии. Вот. Дальше что? Человек, пилот в частности, функционируя в рассудочном режиме, спустя какое-то время после выхода вот этот режим десинхронизированный, что начинает ощущать? Тело начинает ощущать некое беспокойство, дискомфорт. Не он. У него, он смотрит это, то есть растет психоэмоциональное напряжение. То есть тело, которое привыкло функционировать, ну, по сути, с небольшим отставанием от реального времени, а тут вялые какие-то, так сказать, действия и замедленное мышление, тело начинает проявлять беспокойство. Тело, не человек. То есть начинается рост психоэмоционального напряжения. Начинается он с телесных структур. То есть тело, которое годами, там, не знаю, десятилетиями функционировало в процессе летной деятельности комфортно, вдруг сбой на том этапе полета, на котором оно всегда нормально себя чувствовало. И вдруг сбиваются те ритмы временные и двигательные, скоростные, которые были, ну, постоянно, и вдруг, значит, растет психоэмоциональное напряжение. Видите, вот вторая, третья картиночка. Вот там уже выбросы появляются такие, вот центр. Такой же. А вот пошли выбросы в сторону, видите? Вот это рост психоэмоционального напряжения. То есть тело начинает беспокоиться. Тело. До головы еще не дошло. Дискомфорт. Тело дергается, ему надо нагнать. Оно действовало быстрее в подобных ситуациях. То есть нужно, так, вот, догнать ситуацию. Это делается, или вернее, это ощущается подсознательно. Нет никаких, так сказать, к тому, ну, реальных, что ли, посылов. И спустя какое-то время действительно рождается беспокойство, неумение в витальном на уровне телесного сознания. То есть телесное сознание начинает ощущать, что оно выпадает из привычного времени. Этот дискомфорт проявляется в росте психоэмоционального напряжения, который можно зафиксировать как по изменению управляющих действий, вот такие выбросы появляются, и по речи. В речи есть, так сказать, показатели, в человеческой речи есть показатели, по которым можно увеличение уровня психоэмоционального напряжения очень четко диагностировать. Есть несколько таких параметров. И в результате состояние пилота перестает быть стабильным. Длительное отставание активного сознания от реальной ситуации требует ускорения, требует ускоренного течения психического или психологического течения времени. Ускорение требуется, чтобы догнать ситуацию. Это делается на уровне подсознания. Понятно, наверное? Надо догнать. Не специально он догоняет. А просто ускоренный режим функционирования начинается, эмоциональный вид психической деятельности. Вот он готов проявиться. Он готов проявиться. Вот. То есть маятник, качнувшийся в сторону отставания от реальности, теперь стремится его догнать реальность. Это никак не способно быть результатом анализа человека, который в этом режиме находится, он не может это проанализировать, он не понимает, он думает, что все, ну, так, как надо, но на самом деле все не так, как надо. Вот. Посмотрим, что происходит. Значит, начинает таков внутренний закон функционирования психики, посмотрим, что дальше происходит. Начинает активно функционировать витальное тело пилота, который стремится догнать выходящую из-под контроля ситуацию. То есть желание во что бы то ни стало догнать, не человек желает, а витальное тело, догнать надо ситуацию, упущено, самолет уже летит, надо вот туда, вот посадка. Вот он туда бежит, витальное наше тело берет управление воздушным судном. То есть пилот рассудочный с кресла садится, эмоциональный человек туда. Управление самолетом мгновенно переходит в его руки.
В результате мы наблюдаем режим эмоциональной психической деятельности. Вот на следующем рисунке представлен годограф управляющих действий баранка и штурвара, который характерен для функционирования психики в эмоциональном режиме. Смотрите, какой разброс управляющих действий. Смотрите, какие они резкие. По скорости и по амплитуде. Самолет на заключительном этапе, вот заход на посадку и посадку, он должен быть строго сбалансирован. Ну, какой сбалансирован? Понятно, наверное, он не должен допускать раскачки. А вот при таких действиями управляющих баранкой и колонкой штурвала, его сбалансировать практически невозможно. Идет раскачка. И ничего ты не сделаешь. Понятно? Сравните разницу. Вот первый рисунок, второй, третий, четвертый рисунок сильно отличается, да? От первого и второго. Это качество пилотирования. Это уже не потенциально опасное пилотирование, это опасное. Вот рассудочный режим – это потенциально опасное пилотирование. Мы определили как потенциально опасное, от которого можно еще перейти в нормальное. А вот из эмоционального уже не перейдешь в нормальное. Это все, это приговор. Разберемся, почему пилотирование носит опасный характер. Двигательные действия не носят плавный, строго дозированный характер, как это требует ситуация на ответственных участках полета, когда необходимо строго выдерживать параметры. Любые резкие размашистые действия управляющие приводят к раскачке самолета и к разбросу параметров. Вот то, что должно быть нормой, оно, в общем-то, размывается. Преждевременно можно снизиться, можно столкнуться с землей до взлетно-посадочной полосы, можно грубо приземлить самолет, а можно и со всеми вытекающими. Но это еще не все. Вот. О других опасностях поговорим несколько позже. Вот об опасностях функционирования психики в эмоциональном режиме. Так вот, в процессе эмоциональной психической деятельности из памяти извлекаются знакомые стереотипы поведения или действия, да, и начинается их ускоренная реализация. То есть стереотипы-то знакомые, но они начинают реализовываться очень быстро. То есть телесные структуры из памяти извлекают ускоренные стереотипы нормального пилотирования, но ускоренные во времени. Не оптимально сбалансированные, а ускоренные. Вот когда вы бегом побежали, что нога ломается, там с кем-то столкнулись, что-то случилось. Понятно, наверное? То есть вроде бы те же самые движения. Бег там или ходьба ускоренная, но результат-то разный, да? Совсем разный. Вот. И что самое главное, то реальная ситуация факторная. Фактически отстает от реальных действий человека и формируется как бы за его спиной. То есть вы начинаете бежать впереди паровоза. А реальная ситуация, она там, вы же ее опережаете уже. Да? А это значит, что если она у вас за спиной, то вы полностью выпадаете из реальности. Ни через ум, никак с ней не связаны с реальностью. Вас в реальности нет. Полное выпадение из реальности, в той реальности, из того реального времени, в котором движутся воздушные судна. Вы ничего не видите, не слышите, не понимаете. У вас только одна единственная цель. Вот как животное охотится, знаете, вот животное охотится там дикое на кого-то. Его, пока оно нацелено вот, на жертву, его можно подойти и голыми руками взять. Оно выпадает из реальности, оно уже там, оно уже съело то, что готово съесть. Понятно? Вот так же человек, опережая реальное время, пилот особенно, он видит, например, свою только вот взлетно-посадочную полосу, вот туда, куда он должен приземлиться. Что с самолетом делается, он не видит ничего. Там может сигнализация кричать: «Не снижайся», «Опасность движения с землей», «Тяни на себя», кричат все сигнализаторы, их полно, там стоят они. Но он ничего не слышит, он ничего не видит, он слышит звуки, он не может их анализировать. Нет анализа, все слышно, но анализа нет. Он не знает, что это за слова. Ему кричат: не снижайся, убьешь. А он снижается и убивает.
характерная картина функционирования в эмоциональном режиме психической деятельности. Ничего не слышно. Вот с польским самолетом, вот этот экипаж, так сказать, вот эта катастрофа. Все звучало, все гремело. Милый, ну, если бы ты был в оптимальном режиме функционировал, даже в рассудочном, но с запозданием 2-3 секунды, уводи самолет, тебя кричат, тяни на себя, тяни на себя. Коль тяни на себя, значит, земля, вот она. Простое движение. Либо кнопку нажми, сам самолет будет уходить, есть этот автомат увода. Никаких реакций. Вот это эмоциональный режим психической деятельности. Не понял. А? Второй пилот кричит, Михалыч, убьешь. Я не шучу. Была катастрофа где-то у нас в Вологде, что ли. Он кричит, Михалыч, не убивай, а он убивает. Он не может его оторвать, так сказать. Ну, я могу сказать, что, как правило, есть в экипаже лидер. И если этот лидер входит в тот режим функционирования, вот, о котором мы ведем речь, то весь экипаж в этом режиме. То есть он лидер, он ядро. Это уже коллективное ядро, оно тоже поддается заражению. Это проверено. Если кто-то сохраняет трезвость определенную, это тоже эмоциональный режим, когда кричит, убьешь. Эмоциональный режим, он ничего не делает, только кричит. Ты возьми штурвал-то, дай ему по морде. Здесь не возбраняется в этой ситуации, он только кричит. Это эмоции. Понятно это? То есть все заражаются этими вибрациями, это заразительно. Мы же с вами говорили, что эмоции заразительны. Понятно? Тот же самый человек, находясь в эмоциональном запале, в спорах, в ссорах, в драках, ничего не видит и не слышит, и его там останавливает, он все крушить начинает направо и налево. Знаете, наверное, да? Если не на собственном опыте, то в кино вам показывают. Понятно, наверное? Все. А это в полете. И вот только после рождения релятивистской концепции психической деятельности человека нам стало понятно, почему пилот в ряде критических ситуаций совершенно не обращает внимания на предупредительную сигнализацию возникшей опасности, совершенно не реагирует на реплики и предупреждения других членов экипажа о необходимости радикальной ситуации полетной изменить и гибнет, унося с собой жизнь других. Стало понятно, почему это происходит. Вот. Что это, преступная самонадеянность или преступная халатность? Ну, с точки зрения юридической, да? Ни то, ни другое. Это закономерное следствие функционирования психики пилота в эмоциональном режиме. Он по-другому не может. И когда мы пытались разработать требования к системе, так сказать, автоматического, что ли, выведения человека из состояния десинхроноза, из эмоционального вида психической деятельности, мы сделали эту работу в Жуковском, в институте авиационного оборудования. У нас была работа с ними запланирована. Мы часть этой работы сделали, и трехстепенчатая система предупреждение об опасном режиме пилотирования, две ступени, с выведением последнее, это автоматический увод самолета с траектории захода на посадку, когда никакие предупреждения не действуют, должна автоматика работать и уводить самолет, а потом он на повторном заходе приходит в себя и начинает уже нормально принимать решения. То есть автоматика должна уводить, когда отказ пилота, когда отказ человека реально на основании вот тех параметров двигательных, в частности. Мы говорили об этом, мы разработали совместно с ними эту систему, но потом к ним пошли военные заказы, и все это просто проигнорировали, никто не стал дальше этого делать. У нас фильм даже есть на эту тему. Мы показали, как это происходит, какие системы предупреждения нужны.
То есть двухступенчатая система предупреждения. Если в экипаже никто уже не соображает, то это должна быть включаться автоматизированная система ухода с траектории заход на посадку и все. Достаточно просто, потому что большинство происшествий все-таки происходит при заходе на посадку. Практически. Можно было бы существенно их уменьшить. Что касается реального течения полетной ситуации, то пилот и в самом деле ничего не видит, ничего не слышит, ничего не понимает. Так вот, при анализе материалов расследования авиационных происшествий мы обнаружим, что когда пилот функционирует в эмоциональном режиме психической деятельности, те обязательные показатели, которые он должен считывать с приборов, те звуковые и световые сигналы, на которые он должен непременно обратить внимание, те подсказки, которые делают ему другие члены экипажа и диспетчер, им полностью игнорируются. Полностью. Возникает парадоксальное явление. Пилот слышит предупреждающие сигналы и речь, видит показания приборов, но вследствие опережения реальной ситуации он не в состоянии их анализировать или должным образом интерпретировать. Не может, и все. Это отказ пилота, самый настоящий. 100%. Все. Типичная картина из практики расследования. Речевой информатор предупреждает, не снижайтесь, либо тяни на себя. Звучит сигнализация опасного сближения с землей. Второй пилот кричит, уходим на второй круг, кричит опять. Вместо того, чтобы взять самому штурвал на себя и уводить на второй круг. Нет, ты кричишь. Видите, вот как это заразительно все. Вот. Диспетчер командует прекратите заход, то есть все тут вместе, но никакой реакции. Командир корабля, вроде бы соглашаясь со всем сказанным, он даже да иногда говорит, да, да, а что да, куда да. Вроде бы согласен, совсем согласен. И речь его становится отрывистой, появляется много междометий, ну и, соответственно, хаотичное мышление. Оно тоже не может быть нормальным, поэтому говорить о том, что он может реально эту ситуацию оценить и как проанализировать, тоже абсолютно глупо. Смотрите, как интересно. Эмоции ускоряют течение психологического времени, и мы опережаем реальность. Мыслительная деятельность замедляет течение времени, и мы отстаем от реальности. При стереотипной работоподобной деятельности мы хоть не на немного, но все-таки отстаем от реального времени. Получается, что мы никогда с вами не пребываем в реальности. Мы либо в эмоциональной деятельности, либо в рассудочной, либо мы биороботы. Мы никогда с вами не пребываем в божественной реальности. Мы с ней не контактируем. А посему, смотрите, что в мире происходит. Видите? Сколько всяких глупостей. И почему-то все время. И вот я обратил внимание, я уже где-то говорил, по-моему, в Нижнем Новгороде, я обратил внимание, что все передачи сегодняшние по телевидению, когда собирается много умных людей с канала на канал, они кочуют, да, и обсуждают проблемы, они обсуждают только проблемы будущего, как будет. То есть в реальности никого нет. Вы заметили или нет? Как будет, если Трамп там кто-то сказал? Как будет там, если кто-то чего-то? Как будет? А что такое «как будет»? Это из выпадения из реальности. В реальности никто не пребывает, все там «как будет». Заметили? Значит, сознание уже полностью выпало, насколько ускоряет сегодня все процессы. Вы что хотите от этого человечества, чтобы оно было нормальным? Оно ничего не видит, не слышит, там кричат, шумят так же, как по экипаже. Поняли или нет? Но внимательно глядите, что вокруг-то происходит. Ясно? И возвращайтесь в реальность. Потому что мы с вами должны в реальность все-таки быть. Не менять мир из состояния выпадения из реальности, из каких-то философских глупых, так сказать, посылов, а действительно самим вернуться хотя бы в реальность. А то и нас туда унесет или уносит. В будущее, в какое-то непонятное, есть оно или нет, я бы будущего не видел. Не знаю, как вы. Продолжим. Практика показывает, что длительные десятки секунд и более функционирование пилота
в эмоциональном режиме психической деятельности на особо ответственных этапах полета, как правило, приводит к печальному исходу. И при этом, чем ближе цель, к которой императивно стремится пилот, тем импульсивнее становится управляющее действие. То есть пилот подсознательно стремится замедлить время и ускорить исправление ситуации. Отсюда импульсивность, как результат глубоких внутренних противоречий на подсознательном, на клеточном уровне. В какой-то момент происходит переход к импульсивной психической деятельности. Вот видите, картинка слева внизу, видите? Вот смотрите, какие действия. Так вот, здесь, если взять вот эти вот самые шкалы, то здесь все даже более-менее компактно. Это должно быть еще больше, где-то в два раза. Вот это управляющее действие. Этот случай совершенно уникальный, когда пилот, это в Африке, он совершал посадку, самолет Ил-76, рейс с оружием, везли оружие, это давно было. Вот. И он должен обязательно был садиться, ни на какой запасной аэродром, плохая была погода, горный аэродром, он просто обязан там был садиться, у него вариантов не было. То есть вот все вот эти вот этапы он прошел в силу того, что никаких альтернатив у него не было. Он просто обязан был садиться. Ну, естественно, это катастрофа. Он не мог никуда уходить вот с таким грузом. Никакого запасного аэродрома не предполагалось. В любую погоду он должен был туда садиться. Вот, вот видите, один человек за штурвалом. Смотрите, какой размах амплитуды, какая скорость перемещения баранки штурвала. По сути, это увеличенная в два раза картина, рисунка вот того четвертого. Вот если в два раза, вот именно четвертый рисунок, если в два раза увеличить, даже чуть больше. При импульсивной психической деятельности клетки нашего тела кричат «СОС». Клетки уже кричат «СОС» и пытаются нас спасти, но они не способны дозировать движение, не способны целиком оценивать ситуацию. Клетки – это интуиция клеточная, подсознательная. Вот. Сдерживая эмоциональный напор, они пытаются повернуть процесс вспять, вернуть человека в реальное время, чтобы позитивно разрешить сложную ситуацию. Иногда это удается, иногда нет. Но в любом случае это спасительная клеточная реакция, создавшаяся в экстремальных условиях. Иногда это приводит к... Ну, по жизни бывает. Мы можем спастись, да, в результате, так сказать, вот такого импульсивного скачка или изменения ситуации. Но в летной деятельности это, увы, неположительная вещь. Импульсивная деятельность – это вневременная деятельность. Так вот, возврат из режима эмоциональной деятельности к оптимальной, интуитивной, подсознательной, крайне затруднен и возможен лишь через фазу импульсивной деятельности. Импульс, потом пауза, потом возврат к рассудочной, а потом к нормальной. Это всегда требует времени. То есть из эмоционального режима невозможно сразу вернуться в оптимальный режим. Должна быть импульсивная деятельность, потом пауза, потом рассудок работает, а потом возврат в оптимальный. Вот такой сложный процесс. То есть как бы обратная реакция должна. Все надо пройти в обратном порядке. Сразу не получится. Вот видите, законы психики человеческой какие. Вот мы их пооткрывали немножко, вот, изучая экстремальные ситуации. Сразу становится ясно, что такое человек. Что такое эзотерический человек, что такое человек психологический. Вот, поэтому, видите... Кое-что о человеке удалось узнать в результате анализа этих печальных событий. Вот такая цепочка обратной, так сказать, реализации. И требуется время, и немалое, чтобы вернуться в нормальный режим. Ну, бытовой пример, вы, наверное, знаете эти примеры. Крупные ссоры, ни один из ссорившихся не желает уступать друг другу, оба находятся в эмоциональном режиме. Внезапно один из ссорившихся, перейдя в импульсивный режим функционирования, с истошным криком набрасывается на другого с кулака. В еще мгновение он его ударит, либо ударил, пауза. Вот тогда можно, наверное, попытаться разобраться. Да? Вот только так. Или кто-то крикнул там громко. То есть кульминация,
пауза, немая сцена и постепенный переход, ну, к осмыслению что-то происходящего. И тогда только в реальное время можно вернуться. Если в полете возникает ситуация, требующая быстрого возвращения пилота в оптимальный режим функционирования, то есть в реальной ситуации, то требуется вмешательство очень мощного фактора, способного вывести пилота из эмоционального режима. Очень мощный фактор нужен. Ну, давали предложение последовательно, так сказать, пытаться в течение короткого времени усиливать эти самые факторы, и потом автоматика только, если он не реагирует на предупреждение. И в связи с этим, прежде всего, прорабатывается вопрос о возможности действительно недопущения попадания пилота в режим эмоциональной психической деятельности. Надо ставить барьер до того, как переход в этот режим осуществляется. А в случаях попадания, опять-таки, способом выхода из этого режима. Так вот, знание законов интегральной психофизиологии и релятивистской концепции психической деятельности позволяет это сделать. Вот я уже говорил, мы были привлечены к работам в этом направлении, некоторые результаты были достигнуты, там стендовые испытания даже были, но это все прекратилось. Ну, чем я еще занимался, я читал лекции пилотам, летному составу, для того, чтобы человек знал, что он собой представляет, понимал, где его подстерегает опасность, в каких ситуациях, уже какая-то самая диагностика, чтобы была, чтобы люди понимали, ну, как бы наблюдая себя со стороны, когда вот этот выход возможен, когда эмоциональная ровность нарушается, возможен выход из оптимального функционирования психики. Это очень полезно, наверное. Меня благодарили пилоты, поскольку они в ряде ситуаций не понимали, что с ними происходило. Если из них выходили нормально, они уже после того, как я с ними, ну, проводил беседу, они ко мне подходили и говорили, что у них были подобные ситуации, но они, к счастью, с ними справились. Ну, был запас высоты, было время, была возможность, ну, в оптимальный режим перейти. И подобное знание, если человек, так сказать, получает такое знание, подобное знание повышает и психоэмоциональную устойчивость. Когда человек начинает знать о себе, ну, гораздо больше, чем он думает, что он о себе знает, это всегда очень полезно. Всегда очень полезно. А передача управления автоматики, вот в случаях отказа пилота, это крайняя, но необходимая мера. Потому что, ну, практически 90% авиационных происшествий на посадке происходит по причине отказа пилота, по причине перехода его в эмоциональный режим психической деятельности. Ну, к великому сожалению, агрессивный консерватизм и косность мышления так называемых ученых и чиновников министерств мешают внедрению в практику многих перспективных разработок, которые касаются повышения безопасности полета по человеческому фактору. Но все твердят о человеческом факторе, но все, так сказать, пытаются воздействовать на следствие, совершенно, так сказать, не затрагивая причин. Для меня это совершенно очевидно. Я вначале пытался что-то делать в этом направлении, потом просто плюнул на это и занялся делом уже, так сказать, другим. Потому что эту стену не пробьешь. А в Сочи это тоже человеческий фактор был? Всегда человеческий фактор. Если хвост не отвалился, вот просто так вот там бывает, или ракета украинская не ударила, как тогда вот самолет из Тель-Авива летевший, то всегда человеческий фактор будет. Обязательно. А в этот раз обязательно. Ракета, а? Не понял? В Сочи человеческий фактор или ракета? Я сказал, человеческий фактор. Ракеты сбили Ту-154, летел из Тель-Авива самолет, если помните, они учения проводили, сбили ракеты. Был такой случай. У них ракета не туда летает, тепловая ракета, она не туда пошла, там должен быть подрыв, самоподрыв. Они не подорвали, там автоматика ее не подорвала, когда она ушла с курса. Если уходит с курса ракета, она должна взрываться сама. У них там старье они какое-то вот, гнилое это самое, пускали. Так вот, все рассмотренные режимы психической деятельности – это наша с вами жизнь. Наша с вами жизнь обычная. Поэтому давайте все-таки вернемся в вот тот самый режим, в режим пребывания в реальном времени, сверхсознательной психической деятельности, когда мы действительно, действительно способны с вами быть
руководимый, абсолютно безошибочный, вот той самой волей, волей божественной или как хотите, волей провидения, и тогда уж действительно вся наша жизнь, она будет ну, совершенно по-другому, в аромате реальности, что ли, божественной реализовываться. Вот, понимаете, это действительно чудо. А пребывание в реальном времени обеспечивает только интуитивная, сверхсознательная психическая деятельность. Только. То есть тогда, когда нашей жизнью руководит наша истинная сущность. Когда наш ангел-хранитель выходит из-под спуда и берет управление в свои руки. Всем и вся. Вся наша жизнь действительно находится уже под его контролем. Здесь и спонтанные двигательные действия, здесь и спонтанная речь, здесь и озаренные мышления, здесь, соответственно, спонтанное поведение, безальтернативное, то есть то, что и должно быть согласно факторной ситуации, в которой мы находимся. То есть от момента к моменту, то есть вертикальное время уже работает, нет линейного времени, в котором функционируют наши эгоистичные тела. Вот временное время исчезает. И сам Господь Бог, например, управляет самолетом. Дважды в моей практике я это наблюдал. Однажды на вертолете это было, на расследовании вертолетного происшествия, а другое происшествие, все вы знаете, наверное, с самолетом Ту-154, я всегда этот случай привожу в качестве примера, у меня другого, так сказать, примера нет, действия пилотов в сверхсознательном режиме. Этот случай был в 81-м году, я тогда еще по пути сознательной эволюции не шел, вот, и так как он завершился, вот то, что я анализировал в процессе расследования, это для меня было большой загадкой, только много позже, лет 15 спустя, я понял, что собой представлял тот человек, который был командиром воздушного судна, который вот из абсолютно катастрофической ситуации вышел с честью. Вот, вот командир авиалайнера Ту-154, из Баку был рейс Баку-Ленинград, он готовился к своему первому самостоятельному вылету в качестве командира корабля. Первый самостоятельный вылет. То есть он был введен в строй командира корабля, первый самостоятельный вылет, его уже ждали в Баку. Это рейс в Баку-Ленинград и обратно, Ленинград-Баку. Там уже банкет был накрыт, соответственно, ну, как полагается. Вот. И вот он летел из Баку в Ленинград. Рейс был челночный. И в этот злополучный рейс в состав экипажа был включен проверяющий бот-инженер. Проверяющий бот-инженер, в задачу которого входила проверка качества работы штатного бот-инженера вот из этого экипажа. Как оказалось, эта проверка именно закончилась плачевно. Самолет, вылетев из пункта базирования, занял нужный эшелон и летел над Тверскими лесами на высоте 10 километров со 133 пассажирами на борту. 133 человека было на борту. И до момента времени их полет проходил нормально, а дальше происходит то, что, во что трудно поверить даже людям, которые искушены в практике расследования авиационных происшествий. Ну, много всяких случаев бывало, но чтобы в это поверить, что произошло чудо, ну, даже отказывались мы в это верить. То есть разом смолкают все три двигателя на высоте 10 километров. Все три двигателя перестают работать. То есть наступает трагическая тишина. Ну, вы когда летите на самолете, чувствуете, когда двигатели работают, да? Ну, слышно. Ну, привыкаешь к этому фону. А вот если их сразу выключить на большой высоте, наверное, тоже как-то не совсем, да, комфортно. Вот вдруг гудело и не гудит. Вот сразу не гудит. Представляете, какая паника может быть на борту. И как сумели бот-проводники всех, так сказать, пассажиров успокоить. Я понимаю, что это вообще подвиг был этих людей, хотя само происшествие произошло, так сказать, по причине халатности бот-инженера-инструктора, но отвечает командир за все, экипаж за все отвечает. Но там была действительно халатность, преступная халатность, по сути. Вот. Так вот, как бот-проводники сумели успокоить людей,
когда были эволюции самолета непривычные после того, как все двигатели выключились, они были отнюдь не благостные. Вот как он в пространстве перемещался. Вот они сумели это сделать. Вот. Экипаж в это время, да, однако паники не возникло, все было, так сказать, нормально с самого начала. Экипаж в это время не впал в панику, благодаря четким действиям командира. То есть командир четко отдавал распоряжение команды. Понимая, что ситуация крайне сложная, он мгновенно отключает автопилот, соответственно, да, и переходит на ручное управление. Вот. Что прежде всего необходимо для того, чтобы самолет не сорвался в штопор, чтобы он не упал. Теряется скорость, самолет, соответственно, падает. Скорость надо набрать. Двигателя нет, значит, скорость нет. А как набрать скорость? Знаешь, камнем падать вниз. Другого варианта нет. Но надо еще вовремя подхватить самолет, разогнав его до определенной скорости. Потому что если ты превысишь скорость и начнешь выводить этот самолет, вернее, ну, затянешь этот процесс, начнет выводить самолет, вот, нагрузка на крылья будет ну, запредельная, может оторваться что-то. Понятно, наверное. А у него не работают приборы, он не знает даже скорость какая. То есть ему надо было разогнать самолет до той скорости, чтобы не допустить сваливания, чтобы он какое-то время мог лететь, да, потом опять скорость теряется, инерционно опять надо его вводить это самое, в крутое пике. Вот пассажиры сидели, наверное, как военные летчики испытывали перегрузки-то. Ой-ой-ой, какие. Вот. Так вот, он это делал. Он это делал. И по достижении максимальной критической скорости самолет он переводил в горизонтальное планирование. И до момента, когда скорость не достигала критической, а что такое критическая скорость? Начинается тряска, то есть самолет начинает вибрировать. Пассажирам тоже, наверное, не очень приятно было. Как начинается вибрация, значит, он может свалиться, значит, опять надо разгонять. Вот, и он это делал. И он это делал регулярно, да? И лишь выполняя подобные маневры, требующие ювелирной действительно точности пилотирования и колоссальной психологической устойчивости. То есть это человек должен обладать колоссальной устойчивостью психологической. Вот. Вот. Именно это экипаж и делал. И все многочисленные попытки запустить двигатель, там командир передал отказ трех двигателей, пробуем запускать. Вообще запускать надо на высоте ниже 3000 метров, потому что там кислорода не хватает, они пытались наверху запускать, но это все равно было бесполезно, там запускать было нечего, потому что топливо не поступало в двигатель, это нельзя уже было сделать. Вот. И потом, что еще? Значит, диспетчер передает ему, ну, знаете, говорит, здесь вот военный аэродром есть, Бежецкий есть военный аэродром под Калининым, ну, Тверь, нынешний город, Бежецкий аэродром. Он говорит, тут недалеко, говорит, километров 50, что ли. А тот говорит, диспетчер, у меня же, говорит, двигателей-то нет, как я тут могу пролететь. Он только вот так вот вокруг крутился по спирали. Вот, для того, чтобы подобрать площадку, сесть, ну, как мы под собой, то есть подобрать там, где можно этот самолет, в общем-то, посадить на соответствующую скорость, чтобы при посадке скорость была не больше, не меньше, а там, где посадка, картофельное поле только было, с которого только что ушли студенты, там грязь такая была, я по этому полю ходил потом, вот дожди, осень, по-моему, октябрь месяц, вот, и он... Поразительно, что в записи черных ящиков скорость была посадочной, без всяких приборов посадочная скорость, та, которая на посадке должна быть. Вот. Ну, там, соответственно, по грязи, по колдобинам отвалилась хвостовая часть, там тяжелые двигатели, три двигателя в хвостовой части, четыре человека погибли вот, в разломе хвостовой части. Вот остальные 129 человек остались живы, там травмы, ну, разной степени, но не тяжелые травмы были. То есть, по сути, поступок-то был героическим. Но, увы, при расследовании стало понятно, что вот этот бот-инженер, инструктор, включил ручную перекачку топлива, автоматику выключил, и они забыли, что он это сделал. И неожиданно, вот, там есть расходный бак, откуда стекает из
тем двигателем идет один бак расходный, оттуда топливо стекает. Они перекрыли это самое, автоматику и ручную, но забыли, что они это сделали. Ну, что такое забыли? Это халатность. Вот здесь уже халатность. Вот инженер-инструктор, масса всяких там было этих, до того, как это случилось, разговоров нештатных, забыли ситуацию. Вот такая возникла беда. Ну, командир, естественно, был снят с летной работы, судим и получил срок. В дальнейшем его судьба, мне кто-то прочитал, вот то, что я написал, там было интервью со мной, я когда-то рассказывал на эту тему, попытались его найти, вот прочитав, где он, этот командир, как он там сейчас, где он находится. Но так его следов не нашли. А вот проводница, которая была в этом рейсе, отказалась дать интервью, сказала, что я не хочу на эту тему ничего говорить. Вот такой был печальный случай, но сам по себе этот случай, вот он как раз и явил собой пример вот этой сверхсознательной психической деятельности. Как можно было самолет 105-тонного веса с высоты 10 тысяч метров без двигателей, как он мог лететь как планер в течение 17 минут? 17 минут самолет был в воздухе. Это вообще уму непостижимо. Вот эта махина 17 минут летела. И туполевские инженеры говорили, вот какой мы самолет сделали, он как планер летает. Александр Васильевич, а кто перекрыл, ему-то хоть что-нибудь было? Тоже посадили. В тюрьму посадили. Это халатность. Преступная. В общем-то, ты на это поставлен. Ну, а командир за все отвечает. Там были разговоры нештатные. Командир мог сказать, прекратите вы. Вот инженер там так вот вальяжно себя вел. Ну, просто мы знаем эти переговоры. А командир должен был сказать, делом занимайтесь, а язык попридержите. Ну, видно, тоже, видите как, все не зря. А пилот от Бога. Надо сказать, но не командир.